Здравствуйте, ребята! Сегодня в гостях у нас Савунья. Она спортсменка, любит кататься на лыжах. Вот их-то мы с вами сегодня будем делать. Лыжи у нее разного цвета. Одна зеленая, другая красная. Использует лыжи сова не только зимой, но и в другие времена года, катаясь даже по траве. На них Савунья выезжает по горке из своего домика в экстренных случаях. Для работы нам потребуется синильная проволока красного, зеленого, оранжевого и салатового цветов и ножницы. Начинаем делать лыжи Савуньи. Берем пушистую проволоку красного цвета, сгибаем ее посередине, перегибаем концы проволоки к середине, перекручиваем друг с другом два конца проволоки, которые оказались в центре детали. Придаем получившейся детали форму лыжи. Одну сторону делаем острой и отгибаем ее вверх. Точно так же делаем вторую лыжу из проволоки зеленого цвета. Посередине у лыж делаем крепление для лап Савуньи. Берем пушистую проволоку того же цвета, что и лыжа, и прикручиваем сбоку. Изгибаем проволоку в виде дуги и прикручиваем проволоку к противоположной стороне. Оставшуюся проволоку отрезаем. Такое же крепление делаем на второй лыже. Теперь делаем лыжные палки. Берем пушистую проволоку оранжевого цвета и разрезаем ее на две одинаковые части. Берем проволоку салатового цвета, прикручиваем ее к оранжевой, огибаем салатовой проволокой оранжевую вокруг. Делаем три виточка и оставшуюся часть отрезаем. Отгибаем оранжевую проволоку в сторону, делаем петельку, перекручиваем у основания палки. Отгибаем проволоку вверх и из оставшегося конца делаем ручку лыжной палки. Скручиваем несколько раз конец друг с другом. Оставшуюся часть проволоки отрезаем. Точно так же делаем вторую лыжную палку для Савуньи. Вот такие лыжи и палки для Савуньи у нас получились. Савунья уже готова заняться спортом. Ребята, а вы знаете, что существуют разные виды спорта на лыжах? Это лыжные гонки, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина и многие другие. Но зимних видов спорта еще больше. Можно даже поиграть в игру с родителями и друзьями. Назови зимний вид спорта. Правила очень простые. Каждый из игроков по очереди называет один зимний вид спорта. Тот, кто больше всех вспомнит и назовет, тот и выиграет. До свидания, ребята! До новых встреч!